Итак, всем привет, это 9-я серия прохождения DLC Каменные Сердца для игры Ведьмак, часть 3, уровень сложности насмерть. Мы только что закончили свои дела с Шани, ой, там, прошлую серию я просто записывал, наверное, часа 2, потому что у меня на сцене именно вот их, ну, сцены в лодке, у меня игра постоянно вылетала. Уж что я только не делал. И настройки менял, и разрешение менял, и программы записи менял, но все-таки записал худо-бедно. Ну вот, наконец-то записал. И я немножко, конечно, расстроен оптимизацией игры в этом плане. Ну да ладно, закончили. Так, сообщить Ольгерду о выполнении задания. Понял. Так, что у нас здесь? У нас ведь тут что-то есть, да? Стартовый капитал есть. Охотник, солдат, шпион. А где-то тут еще была, типа, проклятая башня или типа того. Нет, не было. А, вот, проклятая часовня. Так это охота за сокровищами получается, да? Обыскать. Не знаю, стоит ли оно того. 36-й. Ну вот это вот можно. 38-й. Вон тут у меня есть. Ёлки-палки. Крутовато. Так, ну давайте Ольгерду сообщим. Где тут у нас ближайший телепортатор-то? Вот он. Сообщим, короче, Ольгерду о том, что мы молодцы. А потом, наверное, я думаю, что надо уже пойти дать денег этому чуваку, который... Как уж его? Ну, вот этот, мастер рунта. Надо же ему давать денег тоже. Уже пора. Бы уж. Ну, открыть давай, господи. Чё, как долго-то? Так, а где у нас сидит этот дружина Шольгерт? А, там же. Ладно. Там же, так там же. Ведьмаки, как чародейки, бесплодны. Не все. Геральт как раз-таки сын чародейки, который думал, что бесплодно, а оказалось, что не бесплодно. Поэтому он такой не совсем обычный ведьмак. Держись от меня подальше. Так, где же наш друже? Атаман. Вот, привет. Что они вытворяют? Развлекаются. Большие детки, понимаешь? У тебя-то есть дети, Геральт? Откуда? Нет. Ах, да, я и забыл, что ведьмаки бесплодны. Ну не смотри так на меня. Лучше скажи, что тебя привело. Да я как бы, типа... Играем. Интересная у тебя компания. Интересных людей ты собрал в свою компанию. Интересно? Да что в них интересно? Гуляки и пьяницы все до одного. А где ж ты их набрал таких? Кто-то со мной с давних пор, кого-то собрал по большим дорогам, остальные сами меня нашли. По крайней мере, теперь есть с кем выпить. А с тех пор, как я путешествую вместе с ними, мои старые враги сидят тихо. Понятно. Никогда не видел подобной сабли. Откуда она? Из Афира. Это подарок. Любой хлыщ может нацепить себе у пояса саблю и носиться с ней, изображать, какой он грозный. А
моя сабля обещает, что если я ее выну, головы-то покатятся. Да, у меня сразу тоже хорошая сабля. У тех, кто хочет поспорить с Ольгертом фон Эвериком, знаменитым разбойником. Мой медальон подсказывает, что она магическая. Разумеется. Не думаю, что ты когда-то видел оружие лучше этого. Я все думаю, как же ты превратил Афирца в чудовище. Все-таки мне кажется, что это было необычное проклятие. Это профессиональное любопытство или обычная людская дотошность? Тяга к самосовершенствованию. Хочу узнать на будущее. На будущее? Надеешься, что тебе удастся выполнить 3 моих желания и все для тебя кончится хорошо? Посмотрим, как кончится. Признавайся, тебе помогал какой-нибудь чародей? Я дам тебе подсказку. Не ты один занимаешься исполнением желаний. Ну да. А Дим превратил Афирца в чудище по твоему приказу? Нет, я сам это сделал. Но ты прав, это не было обычное проклятие. Это было желание, которое я высказал в гневе. Я даже не думал, что оно исполнится. Джин. Понятно. Откуда ты знал того Афирца, которого превратил в жабу? А ты любопытный. Ну, ты же любишь поболтать о себе. Да чего уж скрывать. Этот Афирец был принцем, который путешествовал по миру инкогнито, чтобы учиться чужим обычаям. Он втюрился в девушку, которая уже была дорога мне. Но тогда я не мог равняться заморским аристократам. А потому ее родители обещали ее руку Афирцу. Хотя любила она меня. Знал бы ты, как он перед ней выплясывал. Она спросила, отчего он путешествует в одежде простого купца. А он говорит, мол, я как лягушка из сказки. Достаточно одного поцелуя и обращусь к царевичу. Хотел быть лягушкой, ну и стал лягушкой. Жестоко. Привет тебе от Витальда. Ты с ним говорил? Я тебе не верю. Я не только встречался с ним, но и выполнил твое желание. Интересно, что он хочет тебе сказать? Я исполнил твое желание. Твой брат целый день развлекался, как в старые времена. Сказать каждый может. А чем ты докажешь? Этим. Почерк Витальда, без сомнения. Ты отлично справился. Это все или у тебя есть что-то еще? Теперь я собираюсь заняться домом Барсоли. Ну, желаю удачи. Ну, окей. Ну, правда, не посмотрели, не прочитал эту... Бумажку-то от Витальда-то, ну фиг с ним. Найми ведьмака. Дьявол шел кривой дорогой. Так, что там у нас дальше-то? А, я хотел к Афирцу, да? Может, иди ты на... Хотел я к Афирцу заглянуть. Мне надо вот сюда как-нибудь. Странный чувак. Очень странный чувак. Может, надо было, будет к Шане заглянуть. Так, где у нас Афирец-то? Ай, надо выбрать задание, я уж забыл. Не-не-не, задание выбрать. Задание. Стартовый капитал. Потом. Так, быстрое перемещение, стартовый капитал. Сюда. Жалко, конечно, давать ему 5000 денег. Ну да ладно. А вот действительно это пригодится. Слышь, дядя, я тебе денег принес. Да славится вечное дело сотворения мира. На,
У меня при себе есть деньги. Этого хватит? Ну, для начала. Сука. Дорогостоящее ремесло. Вот именно. Мало того, деньги — это еще не все. Мне также понадобится весомых размеров нефритовый камень. Я посмотрю, что удастся сделать. Отправиться? Нет, подожди. Плата за качество. Так, это мы сделали. Сколько дали опыта? Нисколько. Ну, зашибись. Так, и что там нафиг? Нефритовый камень. Что за нефритовый камень тебе нужен? Падла такая. Найти Кайло? Чего? Вроде он про камень говорил. А это как-то на карте есть? Где оно, Кайло-то это? Найти Кайло. Здесь? Батлы свои седые вымыл. Нет, походу не здесь. А, во, Кайло. Ай, бляха, муха. Найти нефритовый камень. Кажется, небольшие залежи нефрита есть к северо-востоку от Новиграда. Попытаю удачу там. Не пил, и у вас там этот нефрит-то в вашей-то. Ёлки-палки. А, ну, в принципе, да, по знакам вопроса можно пробежаться. Окей. Тогда мы сюда пойдем. Я имею в виду, что нефрит, он ведь не везде встречается, а тут надо же. В Новиграде как повезло, что нефрит есть. Так, ну давайте вот здесь вот и проходим, пройдемся. Здесь у нас 6 знаков вопроса, это хорошо. Давненько я не разминался, хоть с кем пободаюсь. Так, мне вот сюда сначала, пожалуйста. Пойду пешком, плату вызывать не буду. Здесь вроде как недалеко. Не такая уж большая эта карта. Не, ну она большая, да. Ничего не скажу. Пустевшаяся линия с кем? А, ёпта. Так, что же здесь у вас такое? Призраки? Призраки. Призраки, призраки, призраки. Так, ладно. Где у меня отличное-то масло? Сейчас мне дадут по морде. Да, я так и знал, что дадут по морде. Тихо! Ты посмотри, какие палки. Так.
Да нормально. Все что ли? Ну вроде как должно быть все, да. Так, это все, конечно, хорошо, но, блин, а куда меня телепортнул-то? Я что-то не въеду никак. О, тут есть травник, надо с травником-то полялякать. Может, у него есть... Ветер. Может быть, у него есть рецепты какие-нибудь. А может быть и нет. Так, где тут травник у вас? Вот ты травник, да? Чего? Давай... Покажи свои товары. Нет, рецептов у него не наблюдается. Жалко. Так, алхимия. Я могу какую-нибудь штуку сделать? Так, отвары в жопу, отвары. Касатка. Нет, не надо. Так, вот такой вот надо мне... Но надо мне ее улучшенную или даже лучше. Так, фурга. Вот. Так, чего не хватает? Ой, блин. Алкогеста у меня нет. У меня нет алкогеста? Какого хрена вы че? Как это у меня нет алкогеста? У меня совсем нет алкогеста. Ну-ка. Ну, у тебя-то он есть. У тебя он должен быть. Вот. Давайте штук... Не знаю. Штук 10, что ли, купим. Пусть будет. Хотя, вряд ли он мне особо-то пригодится. Так, и вот такую штуку мне-то одну штучку надо. Давай. Так, улучшенная фигулька. И что теперь тебе не хватает? А, тут надо 3 из 4. Понял. То, что я хочу ее сделать. Давай, ну давай все 10, господи. Делов-то на копейку денег-то вроде как нормально. А что там у меня еще-то? А, ребис там и так далее. Синий мутаген могу сделать. Давай сделаем синий мутаген. Пусть будет. Это что? Примарка для черта не нужна. Отвары не нужны. Вот. Пусть будет так. Так, отличное. У меня, наверное, нет такого, да? Так, подожди. Это надо где-то. Опа. Так, и Волга кошка. Отличная кошка, кстати. Не хватает кое-чего, но мне и не надо. Так, здесь какие-то странные фигни нужны. Вот, например. А, улучшенная. Отличный белый мед. Не знаю, зачем он нужен. Улучшенная Волга не нужна. Пурга тоже улучшенная. Новолуние. Что тебе надо? А, вот эти вот темные пыли. Я не знаю, с чего его добыть можно. Ну и ладно. Бывай. По крайней мере, этот... Улучшили немножко эликсирчик-то. И то хорошо. Так. Ну что, сюда? Сюда, конечно. Чтоб не перепутать.
Попытаем счастье. Сейчас окажется, что здесь какие-нибудь элементали живут, да? Нет? Так, что это? Маловато нефрита. Надо продолжать поиски. Маловато? Маловато будет. Маловато будет. Ну ладно. Так, что теперь? Теперь сюда. Маловато будет. Вот. Ай, придется. О, нет, только не вы, братишки. Вот их мне только не хватало. Не очень мне нравится. А это, кстати, что такое у меня лежит? Кадильницу, ну это понятно, ослиные уши. Вот это все здесь теперь будет храниться. Круто. Всегда любил, как бы, вот, таскать с собой ослиные уши. Пацаны, пацаны, подходите. Не надо так делать. Вот так надо делать. Так, грома выпьем, пожалуй, что. Ух, уходим, уходим, Геральт, уходим. У входа их лучше мочить. Они как-то не очень. Похоже, что любит. Так. Все похоже, да? Всех развалил. Надо все забрать. Хотя нахер это мне? Хитиновый панцирь какой-то. А вот это что такое? Приговоренные Дракенбору. Дракенбор, это, по-моему, этот какой-то... Господи. По-моему, для магов тюряга. То есть для особо опасных преступников, в том числе и для магов. Вот они. Бегут! Вот это отсюда уйти нельзя. Допустим. Допустим. Ай. Ай! Ай! Иди сюда, сука! Тридцать уровень, отлично. Кстати, на 37 уровне я, по-моему, могу что-то делать. Что это?
Это оно и есть? Теперь надо его достать. Ну давай. Достань. Все, что ли? Новый предмет нефрит. Отнести. Я еще пойду посмотрю, что здесь есть. Вдруг что интересное. Кстати, надо сохраниться на всякий пожарный, а то всяко бывает в жизни-то. Так, вижу одного, то есть слышу одного врага. Но только вроде одного. Интересно, а у них есть какая-нибудь типа мама? Да не, нормально. Большой, конечно. Охеренно большой, на самом деле. Это опять та же самая хрень, которая убивает. Да блин, я в нее попасть могу. Ну, заебись. Вот хорошо, что сохранился. Да не, эти нереальные. Они слишком быстрые. Их черти чем надо мочить. Непонятно чем, кстати говоря, действительно. Можно, конечно, бомбами попробовать закидать. Но что-то я сомневаюсь, что им это... По-моему, как слону дробина. Возможно, что-то он хорошее охраняет. Давайте еще раз все-таки попробуем бомбочками закидать. Ну, что-то я сомневаюсь, что что-то получится из этого. Потому что я даже к нему, как в случае с жабой, такая же хрень происходит, что он слишком быстрый. И Геральт просто не успевает к ним подбежать и ударить. Так, вот мастерская картич. Давай попробуем. Так. Не-не-не-не-не. А ему пофиг. Вообще пофиг. Так, давайте смотреть, что здесь есть. Есть ли здесь что-то? Я так понимаю, что здесь кроме этого дяди, то есть это, кроме этого хрена тут нет ничего. Так, может и гни ему как-то. Ирден, вернее. Да блин. Давай уже, Геральт. Геральтович. Ну. Да вообще насрать. Он не это. Все, пипец мне. Да нет, с этими здоровыми очень сложно. Короче, надо грузиться. И забывать про это дело. Загрузка. Не пойду туда. Эти слишком сложные. Тут надо... Да тут даже не... Дело, наверное, даже не в уровне, а в скорости. То есть слишком быстрый противник. Слишком быстрый. И чем его мочить, не совсем понятно. Если ты просто тупо не успеваешь его ударить. А он тебя успевает. То есть, по-моему, это слишком. Может быть, тут, конечно, есть какой-то секрет. Может, это дело можно блокировать. Только я что-то сомневаюсь, что это дело можно блокировать. Ну, ладно. Не увидели, так не увидели. Ч
что там. Там наверняка что-то есть, конечно, но фиг с ним. Как говорится. Так, мне нужен белый мед. Рюкзак. Улучшенный белый мед, да, вот это вот мне, пожалуйста. Хотя можно было, конечно, помедитировать. Так, где у нас тут еще знаки вопроса? Знак вопроса у нас вот есть, вот есть. Вот пошли сюда, сходим. Это. Ага. Вот опять такие елки-палки. Вот тебя мне не хватало. Да ты посмотри, какая падла. Да ты посмотри, какая падла. Не, это слишком высокоуровневые. Идем отсюда, Геральт. Нам это не по зубам. Явно. Тем более, все равно с них ничего, кроме опыта. Так, это сторожка охотника. И что здесь у нас в этой сторожке охотника? Мишка. Привет, Мишка. Блин. Бля. Да. Ау. Слушай, что-то это такие жесткие фигни, просто ужас. Да иди ты в жопу, короче. Так, ладно, 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 шоколадно у меня есть против зверей-то. Ой, ну наконец-то упал. Упал! Отжался, падла такая высокоуровневая. С него выпадает вообще ничего, по идее-то. Так, что тут вообще есть такое? Сторожка охотника, спрятанное сокровище или сокровище под охраной, я не понимаю. Спрятанное, похоже, да? А нет, очень странно, дали какой-то магический мечок. Явно не очень. Отличная пурга, ладно. Хотя вряд ли она мне нужна. Но пусть будет. Пурга вроде как рефлексы усиливает. Как бы типа. В смысле ускоряет. Что позволяет вроде как с быстрыми врагами очень хорошо драться. Но я что-то пробовал. Может, конечно, ее исправили, но я тогда, помнится, в оригинальной игре на Альгуле пробовал эту пургу. Ни хрена никакой разницы я не почувствовал.
Так, ну, давайте посмотрим на этот меч. Меч, конечно же, отстойный. Он как и следовало ожидать. А, куда идем? Теперь мы пойдем вот сюда. А, нет, сначала мы помедитируем. Тихо. Потому что у меня все кончилось. Окей, ну теперь пойдем туда. Надеюсь, там ничего страшного не будет. Так, гнездо чудовищ, отлично. Вроде как накеры. Да. Низкоуровневый, правда, падла. Оказывается, это плохо. Что у вас тут? Нару накеров. А чё это у вас тут? О, какой-то здоровый сукин сын. И ушел. Хочу забрать то, что там есть. Там же что-то можно взять. Ну, в общем-то, ничего особенного. Ну, все заберу. Так, чиниться, говорите, блин, надо. Вот это вот печалька. Так, а где у нас ближайший телепорт? Или уж сходим сначала вот сюда? Ну да, я думаю, на 1-2 захода у нас еще хватит. Будет, потом переоденемся. Ага, еще одно, походу. А, нет, лагерь бандитов. Вот это мне по душе. Так, стоп. Где у меня яд повешенного-то? Так, где у вас робингады? Ага, вижу робингадов. Вот он, сука. Сейчас все кончится. Бля! Блин! Геральт, уходи, ты не туда отпрыгнул, вообще не туда отпрыгнул, блин. Надо же, как не получилось, что называется. Как умирать будешь? Это дьявол во плоти. Заклятие! Заклятие! Закрой, братья! Так, ага. Бля!
Бля! У него чары! Да ты что? Цип-цип, гули-гули. Да сука! Геральт, куда ж ты? Прыгаешь-то, блин, не туда все время. Сейчас все кончится. Ай. Ай. Заклятие! Заклятие! Чертовы блокировщики, ёпта. Как умирать будешь? Да ты издеваешься, Геральт? Чё у тебя там с картечью-то? Я жму картечь. Сейчас всё кончится. Закрой, братья! А цыганка за реканкой по тропинке в лес ушла. Цып-цып, гули-гули. Ай. Отлично, один ушел. Второй ушел. Так, ну давай поговорим с тобой. Падла такая со щитом. Мечики, рыба не нужна, может, конечно, нужна. Рапорт, опять какой-то рапорт. Так, сушеную рыбу возьмем. Сушеную рыбу я люблю, это довольно-таки вкусно. Так, доспех, перчатки, доспехи, алконест, ага. Это вещь хорошая. Извините, каким макаром у меня перегруз? Черт. А, это, наверное, этот гребаный нефрит очень тяжелый. Скорее всего, да. Где он, кстати, тут вот, наверное, да, нет? Травы нет, не то. Это, скорее всего, очень тяжелый нефрит. Ладно, так, тогда мы что сделаем? Мы сейчас, я, наверное, не смогу положить его сюда, да? Это обидно. Что такое? Ну, пошло. Давайте добежим до него. Не так далеко это, кстати. Я просто не хочу сейчас тратить. Блин. Нифига себе, не так далеко. Ой, ёлки-палки. Что-то я тут явно... Не там оказался. Блин, придется выкидывать половину. Короче. Ладно. Не увидел, что этот нефрит такой тяжелый, потому что, ну, не может быть такого, чтобы у меня вдруг резко стал 170. Так, рюкзак. Давайте вот это выкинем. Вот это выкинем.
Вот это вот выкинем нафиг все. Три. Маловато будет, блин. Ну ё-моё, ну жалко, ну. Вон эти 800, блин. 400, ну жалко же. Ну вот это вот можно. Вот, 59, слава богу. Теперь могу бежать хотя бы. Так, пошли срочно продаваться, чиниться и так далее. Задание. Да блин, не задание. Да блин, не туда. Немножко я это самое потерялся. Сюда мне. Иди сюда, плотва. Добежим, доскачем. Какой-то квест там есть, кстати. Сейчас посмотрим, что за квест. Но сначала надо телепортнуться немножко. Во Вроннице. Да, квест он обозначается все равно. Что-то там собаки лают. У меня вроде на 37 уровне что-то открывалось. По-моему, типа горного зуба что-то было, нет? То есть серебряный мечок такой. Весьма не кислый. Давай, 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 Геральт, притопи. Ну быстро теперь, кстати, оружие тупится, быстро это снаряжение в негодность приходит. Геральт, рада тебя видеть. Нужно, нужно. Нужно. Давай-ка починимся. Мне нужен ведьмачий доспех. Так, починка. Вот это вот. Пока что вот так. Больше я ничего чинить не буду на самом деле. А мне, ну, теперь покажи свои товары. Что вот у тебя есть на продажу? Так, что я тебе продам? Я тебе продам вот это вот. Вот это вот. Вот эти вот мечи я тебе продам все. Это. Кстати, это. Вот это, вот это. Ой, они какие дешевые, оказывается. Я и не знал, что они настолько дешево. Так, чё, где? И где я? Где я? Так, рубашка. Две рубашки, я думаю, мне не нужны, одну продам. Так, это продам, это продам. И это продам. И это продам. Так, 75. Ага.
Так, кавалерийские седла тоже продам. Угу. Ну, вроде больше я ничего не хочу продавать. Давай еще мусор продадим. Вот у меня есть тут куча всякого разного. Это я тебе продавать не буду. Ну и, в общем-то, наверное, все. Так, а теперь починка. Нет, ремесло. По-моему, горный зуб там был какой-то интересный. А, блин, горный зуб. Она же его не сможет сделать. Ладно. Нормально. Бывай. Бывай. Горный зуб, это надо к этому топать. К нашему остроухому другу. Мастеру по вареникам. Да блин, что-то мне запершило. Сейчас я смочу немножко горлышко-то. Так, значит, такс. Как же мне? Там у нас один последний, по-моему, остался знак вопроса. Надо бы его посмотреть. И пойдем, наверное, делать уже. Вот я все продал. Сколько у меня вес? Блин, 65. Чего, твою мать, это я столько набрал, оказывается. Всякого разного. Угу. Так, у нас вот... Блин. Нет. Давай не так. Давай не будем так делать больше. Вот последний. Вот последний. А, здесь есть, кстати, квест. Давайте с квеста начнем, наверное. Сообщения обучения и так далее отображаются в глоссарии. Да там нет ничего путного-то. Ну, плотва тут так и стоит. Осторожнее. Чё, осторожнее, я вам жизнь спас. Тут красная шапочка буянила. Плохо, мужик, плохо. Дело идет. К жатве готовимся, но, черт, не в ту сторону, как всегда. Блин, как ты долго, плотва, вот появляешься, откуда-то телепортируешься. Она реально была гнидая, по-моему, она была чуть-чуть так это самое рыженькая. Или кажется. Ага. Ну, все. Че там у вас странное интересно? Вы выбрали место для разговоров об искусстве. Любое место хорошо. Нужно только разбудить в себе вдохновение. Водочкой, например. Может, выпьете с нами за поэзию? С удовольствием. Почему нет? У меня как-то в горле пересохло. А ежели сушняк, то грусть в душе и мрак. Наливай, Господ! Господа, я мертвец гипьян. Я нажрался, как мертвец. А знаете...
что рифмуется со словом «мертвец». Не будь так угарен. Что наш новый друг о тебе подумает? Лучше наливай. Теперь уж точно последний. Только это последнее. Нужно. Опа. Водки нет. Трубадуров. И вещей моих. Зараза. Ну и интересно, это похмелье, да? Новиградское гостеприимство. Любопытненько, сколько у меня чего накидали. Так, деньги не тронули. Мечи только забрали, арбалет забрали, спаги со штанами оставили. Ну, ладно. Так, у меня есть... У нас с собой было. Хотя бы стальной меч, хотя бы так. Не, хотя бы так. Или не надо уж так делать. Ладно. А то вдруг там глюкнется. И они мне в инвентарь не добавятся. Так, надо, надо. Прям похмелье реально. Так. Ой. Новиградское гостеприимство. Это что? Рекомендуем уровень 8 аж. Выследить бардов. Используя ведьма чуть-чуть ее. Вон они. Куда они? Куда эти сволочи сбежали, падлы? Отдайте мои вещи, суки. Ликом пригож, а речами умили. Хочешь только в глаза? Так, куда пошли? Куда эти сволочи делись? Знаете, что рифмуется со словами «бешеный ведьмак»? Отдавайте мои вещи живо, а то засажу по самые гланды. Это, кажется, белый стих. Заткнись и верни ему все. Ну так значит, мы квиты, да? Да, квиты. Ну, мотайте отсюда, пока я не перейду. Ну, разумеется, мастер-ведьмак, уходим. Раз-раз, и нас уже нет. Окей. Моё. Ну, это, похоже, оригинальный буквист. Хотя, странно, я здесь проезжал. Не было тут ничего. Нахер этот аукционный дом? Чё вы мне предлагаете прямо? Дайте мне... разобраться с вот это вот. А? Потом отправимся к последнему знаку вопроса. Так, торговец, это все понятно. Так, не всю. Немножко, конечно, фигово сделано, что вот когда попадает какой-то значок в этот в кружок-то выбора. Или как его назвать? В указатель, короче. То замирает скроллинг на секунду примерно. Раздражает немножко. Так, ну чё? Я тебе что-то принёс, мужик. Опа, все тут прямо интересное. Вижу, мои деньги не пропали даром. Угу. Не представляешь, с каким удовольствием я вернулся к своему занятию. Благодарю тебя. Не за что. Как идет работа? Я уже создал несколько младших рун для начала. К сожалению, инструменты и материалы, которыми я сейчас располагаю, не позволяют мне создать ничего лучше.
Тебе повезло, я нашел немного нефрита. Вот. Это да, спасибо. Если хочешь посмотреть на мои творения, милости прошу. Да, хочу. Так, мастер рун может зачаровать рунами или графическим символом. Так, могущественные свойства. Зачарование. Улучшенные инструменты. 10 тысяч! Да ты... Вы чё там с ума сходили? Дай-ка посмотрю, что там у тебя. Так, чё ты тут можешь сделать? Так, малый глиф, так, ну это все понятно. Малый глиф обороны, сопротивление стихиям. Что это такое? Малый дымный. Малый рунный. Так, ну и чертежики всякие. Ну понятно все, с тобой. Единственное, что я не понимаю, я думал, у тебя можно это самое, чертежи-то расшифровать. А что-то как-то нет. Хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Ага. Так, ну-ка посмотрим. Угу. Так, вещи с тремя ячейками. Хорошо. Да блин, опять першит в горле. Так, ладно, ладно, я понял. Уровни. Так, могу вот такую штуку. Отражение. Кое-что нет. Тяжесть. Истощение. Ну понятно. Это все фигня. Честно скажу. Так, ну это все. Спасибо. Блин, я думаю, у него можно это самое расшифровать эти. Мы ж тогда это какие-то фигни. Нашли какие-то чертежи, там надо было Сафирского их перевести, но. Блин. Что-то он как-то не отказывается это делать. Где тут у нас что? Чудище там и так далее. Письмо эфирского купца. Тут какой-то М. Яромир. Записки. Все понятно. Так. А, черт с ним. Не совсем понятно. Теперь. А вот теперь мне вот действительно не совсем непонятно. Кому мне надо обратиться, чтобы мне расшифровали эти грёбаные... Может, ты? Видеть. А, вот. Угу. Я нашел чертеж, наверное, афирский, так что я не могу его расшифровать. Ты поможешь мне? Я узнаю эти пометки. Когда мы прибыли сюда, у нас случились неприятности с туземцами. Проще говоря, на нас напали. По этим чертежам можно создать великолепное снаряжение, достойное короля. Они стали бы подарком для местного владыки, но если ты поможешь мне их найти, я сделаю для тебя копию, понятную вашим мастерам. Давай. Это честная сделка для нас обоих. Я помогу тебе найти твои чертежи. Эти разбойники были похожи на рыцарей.
что особенно скверно. Ну и где на вас напали? На перекрестке дорог рядом с лесопилкой. Кажется, к северу от того места были руины особняка. Посмотрю, что удастся сделать. Так, из далекого эфира. Стоп, давай посмотрим. То есть это мне на карте покажет, куда мне надо идти за этими чертежами, да? Я так понимаю. Так, охота за сокровищем, да? Вот он. Найти место, где напали. Найти все чертежи и вернуть. 3 из 4. Найти место, где напали. Давай. Мне даже стало интересно. Их всего 4, оказывается, да? Ну, давайте найдем. Угу. Ну, вот где-то здесь, наверное, на одном из этих знаков вопросов у нас и будет. Тут, кстати, осталось совсем чуть-чуть. Там времени-то у нас по времени-то серии-то идет. Там вообще-то серия-то уже идет довольно долго. Так что давайте на этом завершим. А искать чертежи пойдем уже в следующий. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.